В Ачинске выбрали нового мэра. Им стал генеральный директор местных теплосетей и депутат Александр Токарев. Это решение большинством голосов приняли в городском совете. Новый мэр заявил, что ему предстоит большая работа, но он намерен выполнять ее со всей необходимой отдачей и результативностью. Отмечу, что родился Токарев в Ачинске. Работать начал слесарем-ремонтником на глиноземном комбинате.